Мне кажется, что если мы здесь можем привить людям желание и любовь к учебе, к развитию, вот к пониманию собственной профессии, то там уже им будет легче. Они придут и постепенно, входя, ставя небольшие задачи, ну вот в этом всем процессе, если у них они попадают к нормальному руководителю, да, управленцу, он может постепенно вводить их в проект. Действительно, это любовь, когда вот твоя профессия становится твоей жизнью, и ты уже просто без этого не можешь жить, и все подчинено именно этой профессии. И когда вот ты уже идешь этим путем, тогда уже профессия начинает работать на тебя. И вот сегодня мы с ними говорим, я им пытаюсь вот передать даже не свой опыт, потому что опыт не передашь, а я им пытаюсь передать вот это стремление и любовь к своей профессии. И мне кажется, по первой части нашей лекции, ну хотя бы частично, мне это удалось, потому что глаза горят, и им хочется дальше развиваться. А все остальное придет с опытом. С опытом. Но тут нужно тоже, вот я им попытаюсь объяснить, что нужно не бояться, что если вы чего-то не знаете, потому что, выходя на мировой рынок, нас тоже никто не учил, как работают другие компании, как работает Zara, как работает там H&M и другие бренды, ну там Naf-Naf, допустим. И мы не стеснялись приезжать на другие предприятия и просто спрашивать у менеджеров, а как вы с ними работаете, а в какие сроки, а с какой документацией, какие требования, как вы качество проверяете. И просто учились всему, вот что создано на рынке. Поэтому тут вот самое главное, это вот действительно желание учиться. И никакого пафоса.